Новый спортивный мотоцикл Kawasaki за 500 000 рублей хочет купить муниципальное предприятие из города Калачинска, специализирующееся на аренде государственной собственности. Ну, зачем хозяйственному предприятию дорогой байк? Выяснила Тахмина Тынысова. Вот мотоцикл Kawasaki 250 кубов у нас. Одноцилиндровый. Вот такой японский мотоцикл, только новый, калачинский коммунальник хочет приобрести до 12 января 2017 года. Но ездить на нем будут не чиновники. Байк, как говорят в районной администрации, для спортсменов из местного мотоклуба. Занятия бесплатные, но воспитанников всего 10 человек. Клубы у нас сейчас принадлежат. Вот Ямаха, она сейчас разобранная двигатель. Но там поршневая все пришла к нему. Сейчас будем собирать это. Потом Honda вот приобрели. Тоже это клубно. 85 класса, вот Ямаха, тоже это клубно. Коляска клубная у нас. Ребятишки, есть у них желание? Родители покупают мотоцикл, катаются, тренируются. Чтобы юниоры могли расти в профессиональном плане, нужны байки. Чем больше объем двигателя, тем они дороже. Родителям такие мотоциклы не по карману. Поэтому клуб якобы обратился за помощью к муниципальному предприятию. Тем более это не первый подарок. Несколько лет назад те за бюджетные деньги уже покупали клубу мотоцикл с коляской. Не обязаны по закону часть прибыли, которая создается, отдавать учредителю. То есть бюджет. Ну, в принципе, мы посчитали, что это благое дело. Если прибыль есть, то лучше ее направить на какие-то хорошие дела, чем раздать в виде там дивидендов руководящему составу там, или работникам акционерного общества. Чиновники обещают, покупка мотоцикла не отразится на тарифах. Предприятие коммунальные услуги населению не оказывает, а зарабатывает на сдачу в аренду муниципального имущества. Вот только такая благотворительность вызывает сомнения у активистов Общероссийского народного фронта. За мотоцикл акционерное общество готово отдать больше, чем заработало за прошлый год. В конкурсной документации не указано обоснование цены контракта. Да и сам способ закупки вызывает подозрения. Ну, можно сделать предположение, что данная закупка сделана под конкретного поставщика уже. Я думаю, что в Калачинском районе есть масса других проблемных мест в социальной сфере, куда можно было потратить все эти деньги. Поэтому, наверное, и выбрана именно такая форма покупки этого мотоцикла непосредственно через калачинский коммунальник, а не посредством распределения дивидендов в бюджет муниципальный, решением Совета депутатов. О результатах конкурса станет известно 21 декабря. Тахмина Тынысова и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.